режиссера «Любовь в большом городе» и «Бабушка легкого поведения». Пардон? Здравствуй, красивая. Я за пенсией пришла. К сожалению, менеджмент приостановил выдачу вкладчикам. Верни пенсию, мордас. И это что это у вас? Это у нас тут ограбление. Добрый день. Извините за беспокойство. Охренеть, нас грабит Абба. А я думал, они распались. В этом году. Слышишь, фраер, брось волыну, сейчас всех положу. Тон, ты что, Фрида, что ли? Мы так не репетируем, ты сейчас людей поубиваешь. Их попробуют лишить пенсии. The loser standing small beside the victory. Да успокойтесь, бабушка! Это старуха бежать! Походу, бабке реально пенсия нужна. «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители» при поддержке остатков пенсионного фонда. Скоро в кино.